Рад видеть вас на канале Час Ремонта. Сегодня на обзоре инверторный сварочный аппарат Quattro Elementi A160. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, а также не забудьте подписаться на уведомления, будет много интересного. Актуальные цены на эту модель вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем. Инверторный аппарат электродной сварки Quattro Elementi A160 предназначается для надежного соединения изделий из металла – нержавеющая сталь, малоуглеродистая сталь и другие – методом ручной электродуговой сварки. Сварочный аппарат представляет из себя компактный и эффективный агрегат, относящийся к инверторному типу. Для регулировки тока, а он может изменяться в диапазоне от 10 до 160 ампер, используется удобный поворотный регулятор. На корпусе имеется множество вентиляционных отверстий для эффективного охлаждения внутренних узлов. Устройство имеет простую и понятную панель управления с индикаторами сеть и перегрев, а также регулятором сварочного тока. Специальные разъемы способствуют быстрому подключению кабелей. Удобство наплечного ремня оценят все пользователи аппарата вне зависимости от физических данных. В комплектации, кроме самого аппарата, вы найдете комплект кабелей, наплечный ремень и документацию. Поставляется в картонной упаковке. При максимальном токе рабочий цикл составляет 60%. Возможный диапазон входного напряжения широк, оно может колебаться в пределах от 160 до 260 вольт. Этот показатель дает возможность использования сварочного аппарата в районах с нестабильным электропитанием. Сварочный аппарат допускает применение электродов с диаметром от 1,6 до 4 мм. Сварочный шов имеет высокие показатели благодаря дополнительным встроенным функциям. Hot-start, горячий старт, arc-force, форсаж дуги, антистик, антизалипание. Преимущества: простота в эксплуатации, высокое качество сборки, не требует специального технического обслуживания, наличие плечевого ремня, удобство работы на высоте, защита от перегрева, долгий срок службы. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала я расскажу вам, на что жалуются обладатели этого аппарата. Шумит сильно вентилятором. Провода короткие, алюминиевые. Отсутствует градуировка на регуляторе тока. Отсутствует специальная ручка для переноски. Кнопка включения находится в неудобном месте. Буду объективным и сейчас расскажу еще и о положительном мнении пользователей этой модели. Компактный, легкий. Приятно работать. Не прилипает. Сразу поджигается электрод. Стабильная дуга на малом токе. Цена приемлемая. Не перегревается. Возможно, вы станете владельцем этой модели инверторного сварочного аппарата. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и комментарий. Подписывайтесь на канал и уведомления, будет много интересного. Всем пока!